комментирую итог матча. Все-таки 2-0, как будто бы могли и больше забивать, судя по количеству перекладин и штанг. Да, хорошо, что выиграли. Счет 2-0. Могли и больше забить, но тем не менее мы недовольны нашей игрой. Некоторые люди подумали, что после прошлой игры будет на таком же кураже и будет продолжаться так же самое. Поэтому мы сейчас тоже в раздевалке поговорили с ребятами немножко свои отношения и более серьезно относиться к тем вещам, которые они делают на поле. Поэтому... Что-то конкретно не получалось? Ну, тут чисто дисциплинарное, знаете, такое на поле. То есть каждый должен выполнять свою функцию на поле, а не заниматься тем, что он не умеет делать или ему не надо делать. Поэтому чисто это. По поводу Михаила Гечева, который раз он уже выходит правого защитника играть, в связи с чем связан он все-таки нападающий? Ну, он нападающий, но он с подключениями, мы не только требуем от него, чтобы он играл в обороне. Он проявил себя неплохо в прошлой игре, поэтому, я думаю, он заслужил свои шансы, и поэтому он играет. По поводу марокканского немца Вахима, сегодня хорошо провел игру, попал даже по перекладине, как оцените его игру? Ну, он прогрессирует, то есть понятно, что он приехал с другого чемпионата. С другой стороны, надо время на адаптацию, тем не менее, мы рады за него, он прогрессирует от игры к игре, то же самое видим на тренировках, поэтому надеемся, что он будет еще лучше. Ну, по поводу игры, как вообще, игра по счету? Да, я думаю, что заслуженно победили, но тем не менее, остался такой осадок не очень. Спасибо.